двигатель оригинальный от компании Weichai, устанавливается на легкие погрузчики. Спектр применения данного двигателя очень широкий. Сейчас посмотрим его по кругу, что он из себя представляет, собственно, и сделаем такой небольшой импровизированный обзор. Так, ну что, начнем с этой части двигателя, да? Как я уже говорил, двигатель оригинальный, в богатой комплектации, как всегда у Weichai, именно вот на спецтехнику. То есть у нас, сразу покажу, идет вот несколько коробочек, здесь у нас дополнительные хомутики, болтики, все промаркировано, пронумеровано. Также вот здесь это крепежные элементы. Дальше мы имеем, это выхлопная труба, резонатор. Вот резонатор, выхлопная, да. Также имеется фильтр воздушный с индикатором засоренности. Также мы имеем выхлопную трубу полностью в сборе. Вот она идет у нас до самого конца. То есть это что касается комплектации. Имеются патрубки радиатора, гофры, еще патрубки. Ну, в общем, полный фарш, как говорят. Двигатель имеет сертификат установленного образца заводом Weichai. То есть пакет документов. Комплектуется он следующим навесным. Имеем мы полное навесное оборудование, полный комплект навесного оборудования, так как двигатель у нас первой комплектности. Ну, начнем с чего? ТНВД. ТНВД у нас марки. Так, что у нас тут? Вайфу, наверное, скорее всего. Вот шильдик там, посмотрите, кому интересно. Имеем подкачку топлива предварительную. Имеем две магистрали, подачу и обратку. Посмотрим сразу масло, всю уровень масла. Масло, как всегда, там очень на дне, то есть это нормально. Нужно масло будет заливать новое, свежее. Ну там оно вообще еще раньше не заливалось. Прошу обратить внимание на заглушки, которые здесь везде присутствуют. Заглушки, чтобы не ржавели технологические отверстия, чтобы было, скажем так, красиво. Вот также на турбине установлена такая вот заглушка, сюда будет ставиться подача воздуха, воздухоочиститель. По всей коробке, то есть по всему двигателю, имеем антикоррозийные наполнители, то есть мешочки везде с этим наполнением, чтобы впитывали влагу. Итак, маховик. Маховик у нас вот в таком исполнении, то есть кожух маховика, сам маховик. С этой стороны мы имеем стартер, шильдик там от марки Bosch должен быть, либо оригинальный Weichai-овский, скорее всего, это исполнен компанией Bosch. Фильтр, это у нас масло. Да. А, нет, это топливный фильтр. Oil. А, нет, масло. Прошу прощения, масляный фильтр. Дальше. По этой стороне генератор. Генератор Weichai оригинальный. Сапун. Сапуна ни разу ничего не сапунило. То есть он абсолютно, скажем так, свеженький, новенький. По верхней части идет небольшая маленькая турбинка. На турбинке также имеются заглушки везде. Вот, в турбину подается масло для охлаждения и смазки. На вот полубовине мы здесь имеем вот такой вот вентилятор у нас уже с ремнем приводным. Уже натянуто все. То есть двигатель ничего не делаем. То есть просто ставим и устанавливаем на технику. Заливаем масло, запускаем его и поехали в работу.